МФЦ расширяет свои возможности. В центре госуслуг на переулке Свободина теперь можно подавать заявки на выдачу документации, необходимой бизнес-сообществом. В список вошли технические условия на подключение к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, заключение договоров о подключении, а также получение информации о плате за присоединение объекта капитального строительства к сетям. Однако в скором времени в МФЦ планируют еще больше расширить линейку услуг. Здесь будут предоставляться банковские услуги, услуги страховых компаний. Здесь мы планируем уже в ближайшее время и ведем переговоры с нашими институтами, учебными заведениями, где студенты, лучшие студенты будут оказывать бесплатные юридические услуги.